Николаш! Николай! Николаша! Да. Ты жену свою бывшую любил? А при чем здесь это? Ну ты ведь и сейчас ее любишь. Вот она тебе изменяла, сбежала к лучшему другу, с дочкой не дает видеться. Но ты все равно ее любишь, ведь так? Ну и что? Ничего. А ты мне про какую-то статью Уголовного кодекса рассказываешь? Счастливого пути. Зря я тебя послушал. Не надо было на дачу к тебе ехать. Жек, стой. Он больше не приедет. Тат, ни хрена, конечно, он тебя не привлечет. Но прав он в одно. Не надо было вовлекать тебя в этот дурняк. Жек, послушай. Каждый человек может совершить ошибку. Но если ты еще раз мне соврешь, это уже будет не обман. Это будет предательство. Что такое? Тебе плохо, да? Да не, ерунда. Так, чердак трясануло маленько. Зря мы уехали. Тебе по-хорошему еще неделю надо в постели лежать. Сотрясение мозга. Ребят, я бы вас довез, но по прямой тут быстрее будет. Спасибо большое вам. До свидания. Пойдем. Аккуратно же. Ну как, нормально? Дойдешь? Нормально, сейчас пройдет. На мне как на собаке все заживает. Не спеши, ладно? Пойдем потихоньку. Долго еще? Да нет. Вот дом Иван Андреевич. А кто это? Он у нас в детдоме воспитателем был. Как отец. Почти все выходные с нами проводил. На рыбалку вместе ходили. Когда на пенсию вышел, мы хоть и разлетелись в разные стороны, но все равно к нему приезжали. Жекочка, потерпи, чуть-чуть пошли, осталось. Пошли. Женечка, вот так сюрприз. Да еще не один. А... Женя, что произошло? Потом расскажу. Это моя любимая девушка, невеста. Меня Тата зовут. Здравствуйте. Мне Жека про вас рассказывал. Ну что ж мы стоим. Проходите в дом, я вас с ужином накормлю, а вы мне расскажете, что случилось. Иван Андреевич, только не обижайтесь, мы не будем ужинать, сил нет. Ну хорошо, хорошо. Проходите. Я вас уложу, а утром поговорим. Доброе утро. А, Женечка, проснулся, отдохнул? Как заново на свет родился. А-а-а. Хорошо у вас здесь. А это моя Кармен. Кармен, знакомься, это Женя. О, Женечка, я тебе сейчас козьего молочка. От любой хворобы лучшее лекарство.
Вот, видишь, я уже яичек свеженьких собрал. Вот, яишенку пожарим, завтракать будем. Да и вообще остались бы у меня тут, отдохнули бы. А? Я бы тебя подлечил. Свежим воздухом бы надышались. Эй, на рыбалку бы сходили. Ты же знаешь, у нас места здесь красивейшие. Иван Андреевич, не хочу грузить вас всякими подробностями, но в двух словах скажу. У меня большие неприятности. Так что вы подумайте, оставаться нам здесь или нет. Мне, Женечка, о себе-то беспокоиться уже нечем. Так что живите, сколько понадобится. А не хочешь рассказывать, дело твое. Да и мне лишнего знать ни к чему. Только вот я понимаю, что у тебя опять проблемы с законом. Да, честно говоря, да. Попался по глупости. Теперь вообще не понимаю, как выбраться. Между молотом и наковальней. А может, тебе, Женечка, пора самому в себе разобраться? Ведь все беды от нас самих идут. Может, ты поймешь, как тебе жить дальше. Доброе утро. О, Таточка, скоро будем завтракать. Алло. Тата, Таточка. Нет, нет, нет. Анна Григорьевна, она что, сбросила звонок? Не захотела разговаривать? Да нет. Она взяла телефон, только разговор прервался. А что ты так переживаешь? У нас на даче плохая телефонная связь. Наберите ее еще раз. Николаш, объясни мне, пожалуйста, зачем тебе так срочно понадобилась тата? Наберите, пожалуйста. Значит, она отключила телефон. Это плохо. Где же эта зарядка? Да? Таточка, тата, ну что у тебя там с телефоном? Мамуль, не переживай, пожалуйста, все в порядке. Я просто, у меня разрядился телефон, я его заряжу обязательно. Ты же знаешь, как я волнуюсь, когда ты не звонишь. У вас на даче есть городской телефон? Вы знаете, откуда она звонит? Доченька, откуда ты звонишь? Мамочка, я звоню от соседей. Я вот зашла на минутку как раз позвонить. Мамуль, послушай, я где-то пару дней еще побуду на даче, порисую. Все, мам, пока, мне неудобно говорить. Целую. Папе привет. Да. Подождите, не кладите трубку. Алло, Андрюха, только что звоночек был. Улица Толстого, дом 7. Номер 222-36-15. Пробей номер. Давай, жду. Я уже могу положить трубку? Еще пару минут, пожалуйста. Послушай, Николаша, может быть, ты мне скажешь, это связано как-то с ее этим новым другом, Жекой? Только не ври мне. Извините. Да, Андрюх, слушаю. Кому принадлежит номер? Заболотному Ивану Андреевичу? Это ваш сосед. Андрюх, пробей адрес и собери всю информацию по этому Заболотному. Давай, действуй. Чем черт не шутит? Пока Бог спит. А помнишь, при первой нашей встрече ты говорил, что есть только ты и я. И вот сейчас мне кажется, что мы вообще с тобой одни во Вселенной. Это такое счастье, только ты и я. Только при первой встрече ты сказала мне нет. А теперь я говорю да!
Жек, больно, да? Иван Андреевич Заболотный, 67 лет, пенсионер. Проживает в селе Вишневое, улица Ракитная, дом 15. Это в 75 километрах от города. До пенсии жил в райцентре. И с 1991 по 2007 работал воспитателем в детском доме номер 135. Ага. Вот теперь все сошлось. Стряпкин в этом же детдоме воспитывался. Так вот, значит, куда он в бега подался. Какая сволочь. Знал, что его ищут. И Наташку с собой потащил. Товарищ капитан, а если он ее в заложники взял? Как мы его потом задерживать будем? Задерживать будем быстро и жестко, чтобы он даже рыпнуться не успел. Значит так, подъезжаем к дому скрытно. Проводим разведку, определяемся по точкам. Если объект в доме, окружаем. Работаем на опережение. Жекочка, а сесть бы сейчас на этот кораблик и уплыть на нем далеко-далеко-далеко. Так давай. Куда ты хочешь? С тобой куда угодно. Лишь бы вдвоем. Только это мечты. Почему? Кто нам может помешать? Жек, ну а как же родители? Я не могу их бросить. Они же просто с ума сойдут. Что же нам делать? Расстаться, чтобы им угодить? Забить на свою жизнь, лишь бы они были довольны. Да? Тогда давай я тебя домой отвезу. Братцу твоему приду с повинной, может, ему звезду лишнюю на погоны добавят, а ты выйдешь замуж за Никиту, тогда все будут счастливы. Не хочу я так, ни за что не хочу. Но я не вижу выхода. Может, ты просто боишься? Так. Ты вообще со мной ничего не бойся. Жека, ты меня правда любишь? Больше всего на свете. Тогда я ничего не боюсь. Товарищ капитан, смотрите, сеструха ваша, а с нею наш фигурант. Да, вижу, вижу. Тормози. Готовимся к захвату. Пошли, пошли! Быстрей, быстрей! Оставайся здесь, тебя не тронут. Пошел, пошел! Я люблю тебя. Стоять! Стоять, не двигаться! Я их видел. Ну что, Ромео, добегался? Думаешь, умнее всех, да? За что ты нас так доволен? Выследил? Это моя работа, ловить преступника. Он не преступник. Следствие покажет. Тебе никого не жалко, ты никого не любишь. Сволочь. Ненавижу. Других вещей и денежных средств, кроме изъятых, в вашем присутствии не было. Гражданин Стряпкин, подпишите вот здесь. Конвой, вести заключенного. Подозреваемый, вы приглашены для принятия участия в следственном действии и предъявления лица для опознания. Попрошу вас не нарушать порядок производства следственного действия, а также воздержаться от любых высказываний без разрешения на то следователя. Вам все понятно? Займите любое удобное вам место.
Жаль. Нам ему по большому счету особо и предъявить-то нечего, кроме мошенничества. И то, если потерпевшего сейчас опознает. Да. И к бриллиантовому делу его теперь не пришьешь. Не вовремя Чалова в СИЗО убили. Им бы очную ставку устроить. Может, он тогда бы по-другому запел? Потерпевший, входите. Гражданин Бурдули Георгий Ираклевич, вы приглашены для участия в следственном действии и предъявлении лица для опознания в качестве опознающего. Узнаете ли вы кого-либо из лиц, представленных перед вами? Конечно, узнаю. Сидит. Пожалуйста. Ты что, думаешь, что очки снял, усы сбрил и все, тебя забыли, да? У меня хорошая память, я тебя на всю жизнь запомнил. Это он. Где мой Мерин? Я тебя спрашиваю, где мой Мерин? Гражданин Бурдули, успокойтесь. Как я могу быть спокойным? Скажи мне, как я могу быть спокойным? Он мою машину увез, он мои деньги унес. Он мне дал документы, сказал, что это настоящие документы. А оказалось, они липовые. У него еще жена есть, такая красавица, аферистка, актриса. Еще дети у него есть, понимаешь? Слушай, вот объясни мне, как тебе не стыдно, а? Как тебе не стыдно? Красивый, молодой, здоровый, а? Наживаешься на чужой беде. Бессовестный, ты слышишь? Гражданин Бурдули, успокойтесь и присядьте. Опознанный номер 2. Встаньте и назовите себя. Стряпкин Евгений Алексеевич. Уважаемые участники следственного действия, есть ли у вас какие-либо заявления по производству следственного действия? Нет. Опознающий. Пускай он мои деньги вернет. Пускай он вернет мои деньги. Я 2 года их копил. Во всем себе отказывал. Ничего себе не покупал. Гражданин Бурдули, есть ли у вас какие-либо претензии по производству следственного действия? К тебе у меня никаких претензий нет. Сядь, расслабься, успокойся. Претензии у меня есть к нему и к его дружкам. Пускай они мне мои деньги вернут и еще машину сверху, мой Мерин. Они меня развели в конце концов. Вообще-то мы еще с Рябкиным можем организацию преступной группы предъявить. Тем более, фальшивые менты, которые хату вашего родственника бомбанули, сильно смахивают на фигуранта в нашем деле. Я этому гаду все по полной программе предъявлю. Он у меня за каждую Наташкину слезу ответит. Я тебе бульончик сварила вкусненький. Мама, я не хочу есть, я тебе уже говорила. Вот поэтому я бульончик и сварила. Как ты любишь. Ну, надо же тебе хоть чем-нибудь питаться. Ну, 3-е сутки уже. Мама! Все, все, все. Когда захочешь, встанешь и попьешь. Заходи. Подследственный для допроса доставлен. Свободен. Ну что, гражданин Стряпкин, проходи, присаживайся. Потерпевший тебя опознал. Открутиться уже не получится. Так что, если хочешь скостить себе срок, вот бумага, бери ручку, пиши. Где, когда и с кем ты вступил в преступный сговор. Как говорится, чистосердечное признание облегчает наказание. Ни с кем, ни в какой сговор я не вступал. Хотите чистосердечно, не вопрос. Распишу в деталях, как я кинул этого лоха. По-доброму, значит, ничего не расскажешь. Думаешь, легкой статьей отделаться? А не выйдет. Да я вам еще малолетка какой. На понт меня взять хотите? Итак, гражданин Стряпкин, знакомы вам эти люди? Впервые вижу. А потерпевший утверждает,
что видел их с тобой в бизнес-центре и что вы очень хорошо знакомы. А за организацию ОПГ знаешь, какой срок дают? Да в этом бизнес-центре столько народу работает. Я что, всех запоминать должен? У меня вообще память плохая на лица. А если вы, гражданин начальник, в моих словах сомневаетесь, так сами ройте, доказывайте. Я вашу работу облегчать не собираюсь. Я так понял, ты, Стряпкин, решил всю вину на себя взять? Героем хочешь быть? Так вот, твои подельники еще засветились на ограблении. Тебе же знаком гражданин Корнеев, проживающий по адресу улица Толстого, 16, квартира 7? Ну, помню, и че. За это статья теперь положена? Твои подельники, переодевшись сотрудниками полиции, похитили у него из квартиры ценную марку «Эребус и террор». И по словам гражданина Корнеева были составлены фотороботы. Так вот, нет никакого сомнения, что это одни и те же люди. Да как по мне, совсем не похоже. Уж не знаю, что вам привиделось, гражданин начальник. Как у тебя в руках оказалась пропавшая марка? Какая еще марка? Которую ты гражданину Корнееву передал. А, так это ж картинка из интернета. Я ее скачал, распечатал на принтере цветном. Зачем? Хотел девушке приятно сделать. Уж больно папаша ее убивался за эту марку. Ты про девушку лучше вообще не говори. Я тебе за нее башку оторву, понял меня? Ну да. Она же ваша сестра. А что, разве можно полиции вести дела родственников? Что, если мне на вас, гражданин начальник, жалобу накатать? Рот закрой, отвечай быстро. Что ты делал 10 августа возле гостиницы «Агат»? Я своими глазами тебя там видел и зафиксировал номер твоего автомобиля. Да таксовал, чё, нельзя? Можно. Только после твоего таксования жильца гостиницы с огнестрелом нашли. Вы чё? Мало одной статьи, так вы мне еще мокруху с ограблением шьете. Все грехи на меня списать хотите? Значит так, пишите в своем протоколе. Подследственный Стряпкин от дачи показаний отказался. Все. Больше от меня ни слова не услышите. Ладно. Решил в отказ пойти. Ну что ж, если ты сам себе срок хочешь накрутить, я отговаривать не стану. Это мне даже на руку. Чем дольше тебя Наташка не увидит, тем больше шансов, что она быстрее поймет, кто ты есть на самом деле. И поверь мне, я сделаю все возможное, чтобы она как можно скорее выкинула тебя из своей жизни, как досадную ошибку. Ну и сволочь ты. Николаша. Конвойный! Уведите подследственного. Сержант, определи-ка его в пресс-камеру. Уж больно он борзый. Есть. На выход. Паша Мазян! Мазян! Наценка! Саша! Стряпкин! Абуневич! Стряпкин! Кто у тебя там? Жених. Наценка! А суд уже был? Ага. Стряпа! Сколько дали? 5 лет. Анатолий! Я до сих пор поверить не могу. Это же ужас, как долго. А время быстро пролетит и не заметишь. Ты, главное, дождись его, а то всякое бывает. Я дождусь. Я обязательно дождусь. Жека! Стряпкин! Меня завтра на этап отправляют! Я свидания добивалась, но мне отказали! Слышишь, Жек? Слышу! Я люблю тебя, тата! Жека, я приеду к тебе! В колонию приеду! НЛО прибыло, разбегаемся! Жек, я письмо напишу тебе, слышишь? Иди, дура, коли неохота ночевать! Жека, я тебя ждать буду! Сколько надо, столько и буду! Я люблю тебя, Жек! А странная у вас манера, Марина, из-за спины появляться. Я хотела узнать, как Жека? Он все на себя взял, если вас это интересует. Ну, что меня интересует или не интересует, мне тебе судить. Мы с Жекой по жизни связаны. А ты между нами ввязалась и всю жизнь Жеке испортила. Я? Вы считаете, я виновата в том, что Жека в тюрьму попал? Ну, не я же. Ты пацану голову задурила. Он из-за тебя с катушек слетел. Кто вам дал право обвинять меня?
Почему вы говорите со мной в таком тоне? Да потому что ты всю жизнь прожила под маминым подолом. А потом стало скучно и захотелось побаловаться с фартовым. Что скажешь, не догадывалась? Или, может быть, тебя братец не предупреждал? Я не хотела верить, что Жека преступник. Ну да, конечно. Только Жека на киче, а ты вообще не при делах. Ты замуж выскочишь, а он на шконке будет париться. Вы просто ревнуете, и поэтому говорите мне гадости. Я люблю его и буду ждать. Красиво плетешь. Но только чем ты доказала свою любовь? Одни красивые слова. А вы отступились от него. А разве можно отдать любимого другой женщине? Когда любишь, нужно уметь отпускать. Да разве ты это поймешь? Никто не помешает нам быть вместе. Никто! Ясно тебе? Статья 25, часть 1, 6 лет. Пошел. Шерман, статья 175, часть 2, 2 года. Пошел. Стряпки, 159, часть 4, 5 лет. Пошел. Четвертый, пошел. Яковлев Сергей Сергеевич, 62, 2, 6 лет. Стаценко Валерий Витальевич, статья 15, 5 лет. Рабинович Абрам, статья 185, часть 3, 4 года. Заходи. Ух ты! Это где ж у нас такие мужички глазастенькие водятся? Чё? Ты у нас Стряпкин? Евгений Алексеевич? Я. Yeah. Ну, проходи, раздевайся. Вон туда, на коврик. Так откуда родом, спрашиваю? С Павла. До трусов, Евгений Алексеевич. До самых труселей. Ты на топчанчик-то присядь, все же удобнее будет. Да я так. Ну? Сюда? Сюда, сюда. На здоровье жалобы есть какие-нибудь? Ничего не болит? Не чешется? Не беспокоит? Нет. Ну, присядь давай. Посмотрим. Рот открыл. Язык высунь. Уши.
Что тут у нас? Ты чё? Робкий какой. Это у вас что, все впалые такие робкие? Там написано, что у тебя перелом ребра был? Да, поломал маленько. Давно. Не болит здесь? Нет. Чего, нигде не болит? Нет. Куда смотрим? Вперед. А то мне показалось… Только вперед. Глазастенький какой. Значит так, завтра в 9 утра всем быть у меня на совещании, ясно? Олег Иванович. Да. Прошу. Благодарю. Так, что насчет Седова? Есть новости? Я его пробивал по своим каналам, пока все глухо. Хотя одна новая зацепка все-таки появилась. Не знаю только, насколько она может нам пригодиться. Вы рассказывайте, я разберусь. Ну, значит так. Полицейские арестовали одного парня, Евгения Стряпкина. Хотели, чтобы он сдал своих подельников. А парень ушел в отказ, и они засунули его в пресс-хату. А там уже, там наш человек рулил. В общем, выяснили, что парень действительно работал на Седова и является одним из тех, ну, кого Чалый описывал перед смертью. С какой веревочки не вийся, а конец будет. Надо будет присмотреть на зоне за этим парнем. Мы можем через него выйти на Седова. Сможете это организовать? Ну, о деньгах не беспокойтесь, если надо, кого подмажем. Да я уверен, смогу. Только Стряпкину дали 5 лет, он уже ушел на этап. Вам придется подождать, Иннокентий Сергеевич. Ну, если вы, Олег Иванович, возьметесь за это дело, думаю, мы раньше его с Кичи достанем. Я, чтобы Седова наказать, никаких денег не пожалею. Он, ублюдок, землю жрать будет. Сильно он меня обидел. Ах, сильно. Достанем, Иннокентий Сергеевич. Вот и отлично. Добрый день, молодой человек. Мы с вами прибыли вместе в сие небогоугодное заведение. Позвольте представиться. Шерман Матвей Иосифович, Погоняло Моня. А к вам я как могу обращаться? Меня Жека зовут. Евгений, значит, очень-очень приятно. Скажите, я могу здесь присесть рядом с вами? Ведь мы же уже немного знакомы. Присаживайтесь, здесь свободно. Ой. Спасибо, Евгений. Вот ведь только 6 часов, а за окнами темень. Я, признаюсь, за годами совершенно разлюбил зиму. Хотя, с другой стороны, холода не так тянет на волю. Это кому как. Я бы сейчас вот все бы отдал, чтобы поскорее отсюда выбраться. Слышь ты, фраер! Ты кто такой, что без разрешения сюда причаливать? Чё зыришь? Этому старому козлу не место среди фартовых. Спасибо, Евгений, но не надо. Опа! Арсенчик, это чё сейчас было, а? Эй, басота, чё, борзый, да? А я не таких борзых учил уважать старших. Слышь ты,
тебе обращаюсь. Женя, пожалуйста, не надо, это беспредельщики. Ну чё, приятного, как говорится, аппетита! Ах ты ж сука! Я тебя запомнил, понял? Тебе кранты! Что надо? Крепко спишь? Нормально, не жалуюсь. Одевайся, пойдем. Зачем? Уважаемые люди с тобой познакомиться хотят. А ежели не пойду? Не пыли. Предъява тебе, пацан. Одевайся. Мы тебя на выходе ждать будем. И побыстрее. Нехорошо уважаемых людей расстраивать. Привет, братва. Ну чё встал? Проходи, если что. Знакомиться будем. Назовись. Как звать величать? Жекой. Жека. А погоняло у тебя какое-нибудь есть? В детдоме стряпой звали. Но я по имени предпочитаю. Ну, лады. Меня можешь называть дядюшка Агей. Понял. Это хорошо, что понятливый. Но тут вот какая незадача имеется. Предъява тебе есть. Сможешь отмазаться, считается. А не сможешь, придется ответить. Ну, ладно, поздно уже. Начнем. Арсен. Босяк этот уважаемого человека обидел. Скелет, расскажи сам, как все было. Дядя Агей, ты меня не первый год знаешь. Я чту наши законы и братву уважаю. Давай короче. Лады. Короче, я тихо жрал свою пайку, а тут этот... Шкет со своим корешем нарисовался. Ну, я к ним как людям, дескать, надо бы представиться. А он мне сразу в табло как, сука, врезал. Да, Жека, за базарок надо отвечать. Да чего говорить, брешет он. По беспределу на старика наехал, за это я... Слышь ты, пасть закрыл, а то я... Ну, тихо, ша! На какого такого старика? Да, я скажу, дядька Агей. Говори. Ну, малой правду говорит. Скелет Муню Шермана стал прессовать, а он вступился и дал отпор. Моня? Знаю Моню. Он хоть и не из блатных, но как человека уважаю. Не первый раз щалится. В активистах никогда не был. Никого не сдавал, не крысятничал. А что ты вписываешься, Краслава? Пускай молодой сам за себя ответит. Так я все своими глазами видел. Ты по беспределу поступил, скелет. А Жека наших законов не нарушал. Ну, я считаю, никакой предъявы быть не может. А ты как считаешь, Кузьма? Нет. Моня тихий. Мухи не обидит. Нечего было его доставать. Твое мнение, черный.
пацану претензий нет. Правильно врезал скелету. Принято. Извини, Арсен, но предъява твоего кореша недействительна. Не я так решил, люди так порешали. И передай всем своим, к вам мы ничего не имеем. Просто хотим, чтобы все было по закону. Лучше убрал от меня! Что за беспредел? Не двигайся. Ну что, кошка драка, добегался? Это беспредел, ребят! Беспредел! Если бабки нужны, лопатник в куртке берите и разойдемся краями. Только давайте быстрее, а то бошка раскалывается. Пусть послать вообще без башки остались. Так что давай быстро, шагай к выходу. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Иннокентий Сергеевич. Ну, вам, вероятно, это имя неизвестно. А вот об Иноке вы вроде не могли не слышать. Ну и где же мои камешки? Какие камешки? Красивая. Не хочется такое личико портить. Я еще раз повторяю. Где мои бриллианты? Или я тебе сейчас глаз выколю? Я ничего не знаю, честно.